M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается бой в легком весе. В синий угол рейджа приглашается Ливан Мирзов, Кабардино-Балкарская республика. Красный угол рейджа приглашается Весхан Эзерханов, Чеченская республика. Вашему вниманию предлагается бой в легком весе. В синем углу рейджа Ливан Мирзов, Кабардино-Балкарская республика. Ливану 21 год, вес 70 килограмм, рост 177 сантиметров. Мастер спорта по рукопашному бою. В красном углу рейджа Весхан Эзерханов, Чеченская республика. Весхану 25 лет, вес 70 килограмм, рост 177 сантиметров. Мастер спорта по рукопашному бою. У обоих бойцов профессиональный дебют. Рефери поединка Магомед Султан Ахмедов. Бойцы на середину. Внимание, работаем два раунда по 5 минут с дополнительным экстра раундом. С правилами знакомы. Канат не хватаем, шорты не хватаем. Внимательно слушаем команду «Стоп». Пожали руки. По углам. Thank you.
Во втором раунде на 25-й секунде первой минуты в этом поединке победу одержал Бесхан Эзерханов Чеченской Республики. Просит сказать пару слов. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Allah restum basan baletten asidoy barkalar order sosay tradition sadula islamen sibi oslan bekin Allah res khiltsam wasana certan bantsa dinari asumadi daser khuziga Allah res khiltsam assalamu alaikum.